Приехал на объект. Вот здесь надо залить полы. Теплые. Расстояние гуляет 50, 60, 35 сантиметров, хотя положено 25, 20. Выходит вон там вот теплый пол. На этом месте стоять кухня должна. Надеюсь, годик два прослужит пару сезонов. Вот такие вот у нас горе-мастера. И утверждает, все отлично. Никуда кухня не денется. А то, что пол неравномерно будет прогреваться, стяжка всего сверху будет 8 сантиметров. Все отлично. Ну, сфоткал, снял заказчику, скину, скажу. Проблемы потом трудно решать. Хотя вон там можно просто проложить гофр. Закрыть трубы на это расстояние и все. Делали пожарники бывшие.